Сегодня в Симферополе министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу Олега Тарубарова, назначенного на должность министра внутренних дел по Республике Крым. Новый руководитель республиканского МВД начал службу в органах внутренних дел более 40 лет назад. Он возглавлял УВД по Магаданской и Калужской областям. За его плечами 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, 9 служебных командировок в Северокавказский регион. Последние 5 лет занимал должность начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Такая ротация не случайна. Под его началом бережные коллективы добивались высоких результатов. Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач. Уверен, что эти качества будут всецело востребованы и в новом для него регионе. Новому руководителю нужно задуматься о создании подразделения туристической полиции. Ряд подразделений у нас создано в разных городах, прежде всего в городах, где проводился чемпионат мира по футболу. Всегда они, эти подразделения, прекрасно зарекомендовали. Завершая выступление, Владимир Колокольцев пожелал Олегу Тарубарову успехов в работе и вручил служебное удостоверение.